Часто анализируешь те аварии, которые происходят на дорогах, просматривая автомобили, в каком они виде, убеждаешься, что очень много аварий-то всего-то у нас все. Помято крыло, задвинут бампер, помят угол капота, разбита фара. То есть водителю не хватило буквально каких-то 20-30 сантиметров, чтобы уйти от аварии. Но сейчас, я думаю, надо показать, в чем была ошибка водителя и как надо было правильно поступать. Поворачивается руль, но машина не поворачивается, не управляется. Я не думаю, что водитель не хотел уйти. Я думаю, что он поворачивал рулевое колесо, но он не отпустил педаль тормоза и этим самым спровоцировал аварию. Автомобиль вкатился в препятствие, как на санках. Какой-то момент отпустить педаль от тормоза. Хотя мы все знаем, что для того, чтобы эффективно тормозить, нужно использовать прерывистое торможение. Что такое прерывистое торможение? Это чередование управляемости автомобиля и торможения. Когда мы нажимаем на педаль тормоза, автомобиль не рулится, он едет просто прямо. Когда мы отпускаем педаль тормоза, мы имеем возможность подкорректировать управление автомобилем. Демонстрируем сейчас правильные действия водителя. Водитель увидел препятствие, нажал на тормоз, работает рулем и находит в себе силы, отпускает педаль тормоза. Водитель тормозит, поворачивает, отпускает тормоз. Вы сами видели, что как только я отпустил педаль тормоза, автомобиль подчинился и объехал препятствие.